Этика командных. Вы очень красивая сегодня. Хабиль, это прекрасный комплимент. Но именно сегодня? Именно сегодня, да? Ну хорошо, я приму это к сведению. Буду стараться каждый день выглядеть вот так. И разговаривать с вами вот таким голосом. Так, 626 лайков. А лайкает только Муслимчик, только он один в меня влюбился. Остальные как-то, ну, не хотят. Муслим, спасибо вам большое. Вот так буду сердечко вам показывать. И розу, и все мне, Муслимчик, и огонечек. Ну, блин, прям, знаете, все, что на оставшиеся монетки-то осталось. И Салимчик. Салимчик? Какой Салимчик? Вы? Не вижу ни одного лайка. Салам валех. Раджа Тони, хеллоу. Иван, чиназа сюда, от сердца к сердцу. Спасибо. Каждый раз я боюсь сказать не от сердца к сердцу, а от сердца... Боюсь перепутать очень сильно. Знаете, такая оговорочка по Фрейду. Все мои друзья, все мои товарищи со мной. Ребята, цель. 10 тысяч лайков за полчаса. Я считаю, что цель выполнимая, тем более вас 118 человек. Каждый по 121. Каждый по 100 лайков, и уже, извините, можно вообще, ну, 117 человек. Это фан-встреча, это фан-база, это фан-команда. Давайте ополчимся против этого эфира. Что-то 1000 лайков, ну, серьезно. Салам, мэнимчик. Мэним дуньян. Привет, красавец. Привет, Сереж. Красиво выглядишь. Спасибо, Сержик. Сержик, Коржик. Ай-яй, спасибо. Так, Иван, спасибо вам за лайки. Мне очень приятно, на самом деле, что вы проявляете вот такие знаки внимания к моей скромной персоне. Не ожидала, но довольно-таки мило с вашей стороны. Смех тебе очень идет. Спасибо. Даша, спасибо огромное. Мне вообще первый раз это подарили. Сейчас загадаю желание. Все, я загадала желание, потому что первый подарок в жизни мне такой подарили. Как дела у тебя и настроение? Все супер. Вчера было не очень. С утра и сегодня было тоже не слишком. А сейчас уже все хорошо. Руслан Баку. Ура. Привет, Микайлов. Муслимчик, спасибо за эти туфельки. Боже, Муслимчик, спасибо большое. Целых 5 вот этих сосулек мне, да? Вот этих конфеток. Приятно. Приятно, ребят. Неожиданно, приятно. Руслан из Баку, спасибо большое за твои сердечки. Это очень важно, нужно, интересно, многообещающе. Спасибо, дорогой. Руби Бьютифул. Ну да, Руби, что, почему Руби? Рубиновый, глаза, наверное, рубины. Привет. Ошибка 404. Здравствуй, чужая. Милая, это что было моей? А что у меня здесь за спутанные какие-то сети любви? Раджа Тони. Хи-хи-ха-ха. Ребята, тапаем. Серега Смирнов, с днем рождения. Меня? Так у меня-то не день рождения сегодня. Ля, какая красота. Спасибо. Ну, а что-то сегодня какой-то день без хейта прям начался. Ну, не день, а вечер. Стрим. Это вообще как? Так можно было без хейта стримить? Даша, спасибо за лайки. Ты ответственная по лайкам. 10 тысяч лайков, и можешь тогда уходить. Если 10 тысяч нету, остаемся. Отрабатываем смену до конца. Глаза, какая погода. Снег идет. Хабиль, какой снег? В Минске слякоть. В Минске 6 градусов. В Минске жара. Блин, помните этот тренд летом был в ТикТоке? Жара. Блин, как жить было тогда приятно, согласитесь. Сейчас уже как-то не так. Вот у меня, кстати, я тебя люблю. Спасибо, Сергей Иванов. У меня, кстати, знаете, каждую осень была какая-то романтика. Ну, то есть какие-то вот эти свиданки, какое-то все. А вот эта осень, это, ну, обычно, знаете, осенью нужно влюбляться, я так считаю. Потому что осенью влюбляешься, и вот все как бы меркнет вокруг, да, умирает. А ты, наоборот, расцветаешь от чувств. Долго тебя ждать. А ты, наоборот, расцветаешь от чувств. Добрый вечер, романтик. Все супер. Вот. Но вот этой осенью прям вообще что-то по-другому было. Никакой любви, никакой романтики, ничего подобного.
Все было очень скромно, скучно, неинтересно. Вот. Но зимой что влюбляться, правильно? Зимой, ну, холодно гулять. А какие у тебя чувства? У меня, да, обычно, ну, нейтральные чувства, просто жизнь. Жизнь идет. И все. И любви нет. А вот. Такие чувства. Дейчс. Спасибо за подписку. Вы мой первый подписчик на сегодняшнем стриме. Мариф, спасибо вам большое. Запах носка. Ура. Смерди. Угу. Милаха, спасибо. Привет, Цейхун. Хотеть не вредно. Привет. Здравствуйте. Вы откуда? Здравствуйте. Живу в Минске, Беларусь. Сама из Норовли. Настроение супер. Эмилито Касидо. Спасибо за подписку. Блин, что мне пишут? Тут подписался, пишет мне всякое. Джензул. Ну, короче, выключим, да? Выключим вас, милый друг, на эту трансляцию. Выключим. Ребята, где лайки? 10 тысяч лайков за полчаса, please. Don't stop. Учишься или работаешь? Учусь. Вы откуда? Романтик, я из Беларуси. Привет, телефон Темири из Беларуси. Привет, Рашид из Беларуси. С вами Поле Чудес, и мы передаем привет. Романтик, спасибо за подписочку. Сережки крутые, спасибо большое. Мне приятно. Can't speak English, mom. Эмилито Касидо. Ну, моя же... Not English. Deutsch. Как дела? Рашидик, спасибо большое. Все супер у меня. Все круто, все классно. Все довольно-таки интересно. Тельманчик, привет. Кирилл, здорово. Всем привет, друзья уважаемые. Вусал, спасибо за подписку. Очень приятно. Мистер Микрофон, спасибо за подписку. Ника, спасибо за лайки. Муслимчик, спасибо за лайки. Всем спасибо за лайки. Мне очень приятно. Вусалчик, спасибо за TikTok Universe. Откуда вы, милый? Беларусь. А, кем учишься? Кем учусь? На кого учусь? Владимир, спасибо за подписку. На режиссера праздников учусь. Краста. Надеюсь, что это красота, а не крыса, например. А, Кирилл, как дела? Как без меня жилось тебе? Говори только честно. Только честно. Если скучал, говори честно, что скучал. Давай, а то вот так вот, знаешь, один день не вышло, захожу к Нике, а ты все ничка. Ну сколько можно? Ну вот скажи мне честно, ну сколько можно ничка? Я тебе видел на стирене подимал. Ага, Морена, my baby, без тебя плохо. Артур, спасибо. Саммер, hello. Владимир, спасибо за подписку. Массис, привет. Эмиль, обязательно приеду. Муслим, хорошего вечера, отличного настроения и вам того желаю. Спасибо. Телефон, спасибо за подписку. Ок, бай-бай. Мехти, привет. Спасибо за красавицу. Мне очень мило, очень приятно, очень красиво, очень интересно с вами общаться. Артур, Беларусь, Минск. Обнимал подушки и думал о себе. Угу. Тапа. Не выходила в эфир, так я загрузил себя работой, чтобы... запнить пустоту в душе, запнить. Артур, спасибо за подписку. Саймурчик, обязательно на телефоне. А, заполнить, да? Кирилл, что ты пиздишь, если ты, извини меня, мой дорогой, милый друг, сидел у Ники вчера весь вечер? Зачем ты врешь? Зачем ты врешь мне о любви? Даша, спасибо за лайки. Массис, вон цес. Это Христос воскрес, вон цес? У вас или что? Вон цес. Кирилл, так ты накопил уже мне на льва или еще нет? Меня же, ну, уже как бы время поджимает. Я в шоке. Ника, привет, Рома. Артурчик, спасибо. Привет, великан.
Рома, спасибо за подписку. Марена, thank you so much. Масисик, все супер. Love is kings. Dear Lord, Fedelex, hello. Явер, спасибо большое. Ты не наняла... Я сама следила за тобой весь вечер. Привет, великан. Четко, спасибо большое, Павел. Привет, великан. Так сказала, будто завтра рип будет. Угу. Сеймурчик, спасибо за этот прекрасный марафон подарков. Рома, спасибо большое. Артурчик, не совсем вас понимаю. Ребята, тапаем по экрану. Мага, здорово. Всем здорово. Чусь. Угу. Привет, мое сердце, как ты? Здравствуй, Сталлоне. Все супер у твоего сердца. Ты как без своего сердца? Пошли по разам, выйдем. Угу. Привет, Намик. Привет, Намик. Побудь со мной хоть миг. Ярец, привет, как... Блядь, великан, нахуй ты пишешь, блядь, 6 раз, ну... Привет, 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 блядь. Пока. Ты откуда? Беларусь. Живу в Минске. Кирилл, показать смешное тебе? Ну, я знаю, что ты скучал, как бы. Если ты сейчас, как бы, одну розу мне даришь, как вчера Нике, я покажу смешное. Если нет, ну, извини, прости. Не получится. На миг. Найс, найс. Романтик, мужа нету. Кат, спасибо за подписку, спасибо за розу. Привет, Эльшат. Здравствуй. Ника, спасибо за лайки. Мне покажи. Но это Кириллу предназначалось. Вам задороже, потому что Кирилл меня смотрит, он самый, ну, самый высший смотритель по рейтингу. Детей нету. Масисик, спасибо. Спасибо. Какой размер? Какой размер чего? Сколько? Вот в цели эта шапка. А можно спросить? Рома, конечно, побрейся. Я отращиваю себе бороду. Привет, юзер. Сайдалиса, спасибо за подписку. А что мне предназначалось?